недвижимости, попадающей в ценовую категорию от 100 до 300 тысяч евро, мы с Александром Дашевским говорили на фоне, наверное, самых характерных рукотворных пейзажей юга Коста-Бланка, средоточия жилых комплексов. Ну давай так, вот 150, 200, 250, в принципе, на Коста-Бланка что можно купить за эти деньги? Ой, за 150 тысяч можно купить более или менее неплохое бунгало. Бунгало – это квартира с отдельным входом или собственным двориком, или на втором этаже будет большая терраса в виде солярия. Так но принципиально вариант одноэтажный. Это, жилой одноэтажный. Я говорю о бунгало, в этой ценовой категории в среднем стоит 139, начинается сейчас цена. Есть, кстати, по 125 бунгало, и квартиру можно купить за 125 тысяч новую. Я говорю о новом жилье сейчас, да, и вторичное жилье, в принципе, можно купить на 150 тысяч, дуплекс можно купить хороший. Это дом на 4 хозяина, у каждого будет свой собственный двор, у каждого будет место для парковки во дворе, какая-то беседка, дом 2 этажа, и на третьем этаже будет солярий, терраса. Соответственно, и будет общественный бассейн за 150 тысяч. И очень хороший будет вариант, зачастую в этом пределе будет с видом на море. И я скажу еще, очень интересная здесь стоимость, потому что когда-то его продавали, когда строился комплекс, за 160-170 тысяч дуплекс стоил в среднем. Сейчас цена 200, но все равно это очень хорошая цена, это подорожало за 2 года. Но в принципе 200 тысяч за дом до моря метров 300. Шикарная цена. Это уже посткризисное строительство? Это построено было, окончание строительства было 1,5 года назад. Да, это недавно. Это свежий объект, абсолютно. Если мы говорим о всем побережье, это все-таки больше южная часть, Ривьеха, район Рояла Коста, или что-то за эти деньги можно найти, скажем, за 200-250 в районе Бенедорма? Если мы говорим за 200-250 в Бенедорме, тоже много нужно вариантов найти, и квартиры, и бунгало, средняя цена там тоже 170, 180, 220 тысяч. Самый близкий к морю вариант за эти деньги? Самый близкий, наверное, Плая де Финистрат будет в районе метров, наверное, 200 от моря, но это недалеко. И, скорее всего, с видами на море, потому что с видом на море Плая де Финистрат в Бенедорме можно купить квартиру, начиная от 150 тысяч. Хорошую, с видом на море. Будет боковой, может быть, подальше, так какой-то домик будет закрывать, но, в принципе, это будет достойное жилье и для аренды, и для собственного проживания. Да, самое главное даже не в этой стороне, а вот в той. Всем новостройкам новостройка. Теперь понимаешь, почему я люблю Бенедорм, потому что любая новостройка в Бенедорме, она имеет два эффекта. Первый эффект – это новое жилье красивое, но самое главное – здесь виды. И сколько стоит такое удовольствие? Начинается цена от 280 тысяч евро на сегодняшний день. И эта компания строит сейчас буквально 500 метров отсюда 4 еще блока новых. Можно ли сказать, что с инвестиционными перспективами именно такое жилье сейчас, но если не самое интересное, то одно из самых интересных? Да, конечно, потому что это доступное жилье, 150 тысяч. В принципе, у нас есть клиенты, которые продают в Москве квартиру, приезжают сюда, покупают за эти деньги дом. Конечно, интересно. Кредиты под такую недвижимость дают относительно легко? Под вторичное жилье кредиты дают 40% ваших денег и 60% даст банк. А если новое жилье, то можно претендовать на 30% ваши деньги, 70% банка. Банки с удовольствием дают ипотеку на новое жилье, потому что оно более ликвидно. Ну вот мы сейчас с тобой находимся в районе Рояла Коста. Я правильно понимаю, что большинство объектов, которые мы сейчас здесь видим, это вот как раз варианты, которые попадают в диапазон до 300 тысяч? Абсолютно верно, потому что здесь сейчас находится дом вот до 300 тысяч. Рядом дом строится 330 тысяч. Буквально вот метров 200 отсюда 225 тысяч дом. Бунгало я вижу здесь. Ценовая категория 150 тысяч. Этот дом имеет собственный бассейн, участок 250 квадратных метров. Хотя нормальные здесь участки это 150 квадратных метров. Относительно большой участок с конкурентами. Я скажу, здесь дом дизайном очень интересно, чем он отличается от других. 3 этажа, 2 этажа жилых, 3 спальни, 3 ванные комнаты. Наверху на 3-м этаже терраса, большая солярий, так называемый, где загорают, там мангал сейчас стоит. Очень такой достойный дом. По цене он... Сколько в этом комплексе всего таких? Конкретно в этом комплексе было 14 домов.
И эта компания строит рядом 36 домов, такой же комплекс. Сейчас там цена 286, а это мы продавали за 268, вот так. Ну, то есть 300 тысяч, в принципе, такую историю можно вписать? Шикарный дом можно купить за 300 тысяч в этом районе. Конечно, чем ближе к морю, тем дома будут такого же типа, дороже и дороже. Сейчас отсюда до моря 2 километра 800 метров. Это спальный район Виа Мартин. Здесь нет туристов. Здесь никто не мешает, не шумит. То есть, если же человек покупает, то он покупает, чтобы жить самому. Чтобы жить самому, да. Или допустим, те же самые старики, которые приезжают в Северную Европу, они любят тишину. Вот как раз здесь тишина абсолютно. Все равно, ну, как ты видишь перспективы, ну, таких районов, где много примерно одинаковых объектов за одни и те же деньги, через там, 5, 6, 7 лет, когда любой рост рано или поздно подойдет к концу? На сегодняшний день люди, которые заселяются сюда, это люди, которые переезжают на постоянное место жительства. Большая часть в этом районе живут пенсионеры, шведы и Норвегии, немцы, голландцы, пенсионеры. Они приезжают сюда постоянно, и через 5-6 лет они тоже будут здесь проживать. В следующей серии мы продолжим поднимать финансовую планку. Посмотрим объекты стоимостью до 500 000 евро.